В этом обзоре мы хотим представить вашему вниманию бинокулярный микроскоп лабораторного класса Sigetta MB202, который придется по душе любому человеку, интересующемуся удивительным миром микробиологии. Микроскоп поставляется в транспортной картонной коробке. Внутри находится надежная пенопластовая упаковка, защищающая прибор во время транспортировки. В комплект поставки входит сам микроскоп, бинокулярная насадка, две пары окуляров, светофильтры, желтый, зеленый, синий, флакон иммерсионного масла, шнур питания, пылезащитный чехол, инструкция на украинском языке. Десятикратные окуляры обладают весьма широким полем зрения 18 мм. Кроме того, они имеют большой вынос зрачка, что позволяет комфортно работать с микроскопом даже в очках. Корпуса окуляров выполнены из металла. Оптика имеет просветление фиолетового оттенка. 16-кратные окуляры имеют поле зрения 13 мм. Их оптика также имеет просветление фиолетового оттенка. Бинокулярная насадка легко крепится на штативе микроскопа при помощи одного зажимного винта. Имеет удобный наклон окулярных трубок и может вращаться на 360 градусов. Также регулируется межзрачковое расстояние. На левой трубке предусмотрен механизм диоптрийной подстройки. Рассмотрим конструкцию микроскопа более детально. Все элементы микроскопа закреплены на цельном, литом, массивном металлическом штативе. Микроскоп оснащен четырьмя ахроматическими объективами, тремя обычными и одним иммерсионным. Объективы кратности 40 и 100 имеют подпружиненные оправы для предотвращения повреждения исследуемого образца. Установлены объективы в четырехпозиционную револьверную головку. Смена объектива производится поворотом револьвера до характерного щелчка. Две пары окуляров в сочетании с четырьмя объективами обеспечивают широкий диапазон увеличения от 40 до 1600 крат. Следует отметить, что иммерсионный объектив полностью раскрывает свои возможности только с иммерсионным маслом. Микроскоп оснащен большим координатным предметным столиком. Для перемещения препарата предусмотрены микрометрические суппорты, которые приводятся в движение при помощи специальных ручек. Для выполнения несложных измерений суппорты дополнительно снабжены шкалами Нониуса. Настройка резкости изображения осуществляется перемещением предметного столика вверх или вниз при помощи рукояток, расположенных по обе стороны штатива. Система фокусировки представляет собой двухскоростной механизм, при помощи которого осуществляется грубая и тонкая настройка резкости. Отметим наличие стопорного винта, ограничивающего ход предметного столика. Это позволяет избежать повреждения микропрепарата или даже оптики объектива. В основании штатива вмонтирован яркий источник света. Освещение включается кнопкой, расположенной на тыльной стороне основания. Сбоку расположено колесико регулировки яркости осветителя. Для равномерного освещения исследуемого образца под предметным столиком расположен конденсер AB с ирисовой диафрагмой. Настройка конденсера осуществляется при помощи специальной ручки, вращением которой поднимается или опускается сам конденсер. Идущие в комплекте цветные светофильтры могут повысить контраст изображения и выделить некоторые детали исследуемого образца. Устанавливаются фильтры в специальный откидной держатель, предусмотренный в конструкции конденсера. Установив вместо одного из окуляров цифровую камеру, проведем тестовые наблюдения различных образцов из нашего стандартного набора. Срез соснового стебля с четырехкратным объективом. Увеличение 40 крат. Он же с 10-кратным объективом, увеличение 100 крат. И 40-кратным объективом, увеличение 400. Группа микроорганизмов инфузория туфелька, увеличение 100 крат.
Те же инфузории на большом увеличении 400 крат подробно раскрыли свою внутреннюю структуру. Вот так выглядит на увеличении 40 крат чудовище гидра. Та же гидра на увеличении 100 крат. На том же увеличении 100 крат хорошо просматривается клеточное строение кожицы чеснока, а на увеличении 400 крат хорошо видна внутренняя структура отдельных клеток. Интересно заглянуть и в мир насекомых. Муравей с 4-кратным объективом. Увеличение 40 крат. При большем увеличении видны мельчайшие подробности его строения. Подводя итог, отметим добротное исполнение элементов конструкции микроскопа. Качественная оптика дает красочное и контрастное изображение мельчайших подробностей микромира. Отметим хорошую комплектацию микроскопа, особенно пару 10-кратных окуляров с большим выносом выходного зрачка, что позволяет успешно проводить наблюдения людям, носящим очки. В общем, данную модель можно смело рекомендовать для учебных лабораторий профильных вузов, для лабораторий ветеринарных клиник, а также для проведения различных клинических исследований в медицине. Безусловно, эта модель может быть использована и в домашней лаборатории любого человека, интересующегося микробиологией.